Что у нас здесь? Новый чистик с ушами и хвостом. И шерстяной. Угу. А здесь у нас тоже чистик. Друзья, всем привет! Для тех, у кого есть вот такие вот шерстяные волосатые, и которые мне постоянно говорят, а что же есть для наших любимых питомцев, как мне выразилась одна наша покупательница, что деть я его никуда не могу, но то, что после него остается, жить с этим я тоже не могу. Так вот, интересный момент, сразу смотрим. Вот хочу начать вот с такого диванчика, потому что это то, что всегда пачкается и где остается шерсть. Есть у вас такое? Бывает, да? Когда котик, собачка, хомячок погулял. Значит, вот такие вот шерстяные залежи мы сейчас и будем разбирать. Значит так, мы берем розовую рукавичку. Я начинаю с розовой ткани. Эта ткань работает только в сухом виде. Вам это всем нравится, ее даже мочить не нужно. И вот давайте сразу вот такие вот шерстяные заносы мы будем разбирать этой розовой рукавичкой. Значит, мы вот таким вот образом, видите, собираем. Она на себя собирает шерсть. Вдруг есть пятнышки, мы сейчас проверим. Вот мы оставляем, вот смотрите, вы видите, как да. Все остается видно? Очень видно. Розовая ткань, она антистатик, она сразу всю эту шерсть подымает, то есть пыль, шерсть, волосы, все, что бывает у нас, все остается вот здесь. Мы очищаем. Мы сегодня, между прочим, специально сделали эфир в дневное время, для того, чтобы вы могли хорошо посмотреть, насколько просто очищается мебель от шерсти. В общем, сейчас розовая рукавичка покроется шерстью вся. И мой. Смотрите, видите, как все остается на ней. Даже моему свитеру попало. Видите, все свисает, все на рукавичке. А сама уже поверхность уже можно сравнить. Вот, допустим, вот эту часть и вот эту часть я бы хотела, да? И можно сравнить, это было, наверное, самое загрязненное. Ну, там рядышком. Не знаю, можно сравнить рядышком то, что есть. Угу. Значит, вот. Сам рычаг достает потолок любого размера. Здесь, наверное, потолок все-таки 1,3 метра, да? Да. Значит, он складывается маленьким и вырастает очень большим. Так, закрепляем. Вот эта штучка, я все-таки покажу поближе. Вот эта штучка, она нужна для угла. Например, у вас кондиционер. Вот, кстати, здесь одета моя насадочка. Я хочу... Это такая же насадка розовая. Вот, год изготовления. Вижу, какой там? 2004. 2004. Так. Она у меня уже вот, честно, я вам признаюсь, вот она уже рвется. То есть еще чуть-чуть она лопнет. Но ее можно будет, конечно, зашить, потому что ткань еще рабочая. Ну, а теперь перейдем к кондиционеру. И вот эту вот часть мы можем собирать и вот сюда попасть, ну и потом перевернуть, и можно посмотреть, как на ней остается пыль, но тоже хочу, чтобы вы это увидели, что пыль не осыпается, даже если я ее буду как-то двигать. Теперь, допустим, я выпрямляю. И могу собрать пыль вообще со стен и потолка. И не оставить, которая уже здесь, на самих потолках. Вот. Я хочу, чтобы все увидели вот такие изгибы. Опять же,
Не нужно переставлять мебель. Не нужно, может быть, здесь сидит ребенок или вот любимый котик. Ой, меня боится. Но если вы видите, посмотрите, как он смотрит на швабру. Не нужно заниматься перестановкой для того, чтобы собрать пыль стены потолка. Потому что пыль не падает с самой насадочки. Все остается здесь. И еще что мне очень нравится, вот, например, я дальше подойти не могу, потому что мне не мешает диван. Я просто выдвигаю чуть больше и собираю. И потолка, то думаю, что это по запаху, по состоянию воздуха в квартире хорошо видите. То есть, видите, я даже могу вот здесь стоять, а вот там себе спокойненько это все делать. Вот мы проходим, и здесь пройдем, и возле окошка пройдем, и вот тут пройдем, и вот сюда зайдем, и даже вот здесь побываем. Думаю, что сюда тяжело попасть, это нужно даже если встать на подоконник, то думаю, что даже если высокий человек, то тяжело попасть вот в эти вот части. Вот мы вот так собираем, и потом все, что у нас, допустим, есть, сейчас я опущу насадку, будет видно, что она стала чуть-чуть грязнее. Вот пыль таким образом на нее ложится. Так. И потом мы переходим на полы, потому что наши же красавцы, а вы посмотрите, она просто глаз не сводит. Тоже хочет поиграть. Хозяйка. А она думает, что здесь творится вообще. Контролирует. Понятно. Так, значит, теперь мы собираем пыль. И насадка поглощает в себя тоже пыль, заходит во все. Вот видите, она раз, что мне нравится именно вот в этой конструкции мойки на ручке, что когда вы делаете, например, вот так, то насадка складывается и очищает близстоящие предметы. То есть вот таким вот. Может вот туда попасть, может вот сюда пройти, вот сюда, вот эти части. То есть все, что есть на полах, все себе очищаем. И здесь, и здесь. Я уже хочу, вот, например, под цветочки даже вот попасть. Раз. Мы зашли сюда. Кстати, дорогие друзья, пока я вот это вот все показываю, если у вас какие-то есть поверхности, которые вы отчаялись почистить своими методами и способами, то, пожалуйста, вы можете быть следующим, где я покажу работу нашей продукции. И, кстати, пользуясь случаем, хочу вас пригласить с 5 апреля в 14:00 Преображенская 11 на встречу с чистотой без химии. Принести с собой ткани, ложечки, чашечки, я не знаю, что унесете, увезете в своей машине. И попробовать нашей продукции, рассказать своим родным и близким перед Пасхой. Я думаю, что это Думаю, что чистота перед Пасхой важна. И думаю, что все уже думают, что и как будут чистить, и чем чистить свои любимые поверхности. А у нас, кстати, благодаря чистикам, самые старенькие поверхности, но которые вы очень любите, а для вас они дорогие и любимые, все можно почистить до нового состояния. Так что 5 апреля я вас приглашаю, и всем, кто зарегистрируется, будет скидка. И еще будет много всего интересного, так что следите за нашими новостями. А сейчас я закончу с нашей шваброй, покажу, что мы насобирали. Хочу еще вот такой вот момент. Вот видите, раз. И даже в такую конструкцию диванчика, которая очень низко опускается до пола, тем не менее, можно тоже проникнуть. Итак, вот мы собрали. Я хочу показать, что ничего не рассыпется. Но у хозяев тут грязи немного. Даже больше было на потолках, чем на полах.
Так что видно. Что мы потом делаем с этим? Мы вот таким вот образом, вот тут вот есть шерсть, да, я сейчас просто покажу внутри, а потом мы уже стрясем в пылевой мешочек. Когда мы вот таким вот образом проходим, у нас образуются катыши. Вот эти катыши мы выкидываем в пылевой мешочек, а саму насадку либо в стиральную машинку, либо до следующего раза. То есть она, ее можно стирать раз в две недели, ее можно стирать каждый день, она не ограничена в стирках, поэтому это уже по вашему желанию. Хорошо, сегодня я показала розовую ткань. Вот у нас, видите, вот такие вот обитатели здесь живут, волосатые. И, естественно, на диванчике всегда остаются их следы, поэтому розовой рукавичкой мы почистили диванчик. Мы почистили розовой тканью, показали, как легко достать самые трудодоступные места. И показать, что самое главное, что всю шерсть можно собрать до конца. И очень интересно, без шума, то есть кто-то может отдыхать в квартире, может быть, спит ребенок, а может быть, вот у меня есть одна приятельница, она не выносит звук пылесоса, а есть люди-аллергики, которые тоже не могут с пылесосом находиться. Я лично знакома с человеком, который не может дышать, когда из задней части пылесоса, потому что выходит пыль намного хуже, чем та, которая у вас лежит на полах. Поэтому вы можете все это опробовать на себе. Следите за нашими новостями и принимайте участие, задавайте вопросы.